Мне подарили Лего пирожное. Тут есть мотоцикл. Это пирожное, смотри, поскольку стоит. Это стекло. А вот поворачиваются пироженки. Это купол. Тут поворачивается чуть-чуть так. И тут крыша есть. Тут стульчики есть. Поворачиваются они. И второй стульчик поворачивается. Вот еще есть цветочки. Да? Красивые клумбы. Красивая клумба. Вот фонарь есть. Это вот украсить, чтоб. Где здесь вход? А тут вот вход. Тут стекло. Тут такие бозоны красивые. А что внутри? Внутри поворачиваем. Тут есть миксер. А зачем здесь миксер? Чтоб что-нибудь смешивать. Еще есть деньги. Это чтобы взять и что-то приносить. Это такое большое пирожное. Это вот куколки. Которые помогают готовить и выбрать пирожное? Да, готовить и выбрать и пирожное. Вот такие вот пироженки у меня. Что еще здесь есть? У меня счетик. Вот у меня телефон. Вот котик сидит. Ждет, пока его покормят. Мяу-мяу. Вот куколки есть. Чтоб гулять. А вот еще шкафчик есть. Тебе нравится конструктор? Мне нравится конструктор, да. Долго его собирала? Да, очень долго с бабой Олей. Стой, папа. Не нажимай. Все же нажал. Нет. Что-то еще хочешь показать? А тут есть еще вход, который входит. Ведет в кафе, да? Да. Чтобы можно было в кафе пироженки подавать. Да. Что-то еще хочешь рассказать? Ну да. Вот такие вот есть пироженки. Стеклянные, да? Красивые. Да. Вот этих вот стеклянных. Вот такие вот стекла. Нажимай.